Дом номер 2 на улице Металлоконструкции в Щелково требует ремонтных работ. Это видно невооруженным глазом. Здание находится в промзоне и в начале 90-х годов было предоставлено под жилое помещение. Годы идут, дом новее не становится. Жить здесь все труднее. На данный момент по адресу проживают 6 семей. Они обратились с просьбой предпринять какие-то меры ввиду сложившейся ситуации к главе округа Сергею Горелову. Последний, в свою очередь, выехал на место, чтобы осмотреть условия проживания граждан. По итогу осмотра было принято однозначное решение держать данный объект на контроле и в срочном порядке решать проблему жителей. В целом мы оценили состояние данных помещений, будем изучать потребность, будем формировать списочно составы граждан под переселение, ну и в дальнейшем планомерно вести работу в данном направлении на территории округа. Возможным вариантом нового жилья для тех, кто сейчас проживает по адресу улицы Металлоконструкции 2, может стать дом 7 на улице Заводской. Сейчас в нем ведется косметический ремонт. Также мы осмотрели заводскую 7, которая используется как муниципальный маневренный фонд и позволяет нам расселять в данное помещение ввиду непредвиденных обстоятельств граждан, ввиду пожаров, ввиду переселения из аварийного фонда. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.